Всем привет! Сегодня поделюсь, как мы сходили в иммиграционный центр в городе Мар-дель-Плата, чтобы обновить наши визы. А также хочу показать набережную и пляж этого города. Хорошего просмотра! Мы пришли самыми первыми. У нас взяли отпечатки пальцев, нас сфотографировали, начался процесс наших бумаг. А потом мы пошли оплатить пошлины. Самое интересное, что работники были очень вежливыми, с детьми играли, спели, танцевали, угощали печеньками и всем, чем могли. Даже нянчились с ними, на руках носили. Мы не были никак утруждены. Надеюсь, они также. Похоже было, они это делали с радостью. Ну и мы не были против. Потом мы пошли прогулялись по городу, по пляжу. Вода была прохладная, но воздух был теплым, так что мы наслаждались контрастами. А детям главное быть в воде, поэтому они веселились и радовались. Вот так и прошел наш день. Мы в конце прогулялись по городу, заехали еще в оптовый магазин. Ну и на этом закончился наш день. В конце, посмотрите, там работник поет песни для нашей дочери. Очень интересно и смешно. Спасибо за просмотры и лайки. Пока-пока.